Ленинградский машиностроительный завод «Битюк» сегодня отгружает четырехосный контейнеровоз на осях «Тонар». Давайте посмотрим на него. Как мы рассказывали ранее, рама контейнеровоза изготавливается из высокопрочной стали 10 ХСНД. Как мы ее изготавливаем, обрабатываем и контролируем, смотрите в предыдущих видео. На всех полуприцепах, в том числе контейнеровозов, мы устанавливаем манометры давления в подушках тормозной системы. Установлена пневморессорная подвеска «Тонар» на интегралах. На данном полуприцепе установлены две подъемные оси. Давайте посмотрим, как они работают. Мы установили тормозную систему ВИЕ с полноценным ЕБС. Также мы используем магистрали разного цвета для удобства обслуживания.